если касаться тоже изменений, которые внес коуч армянской сборной по сравнению с первым поединком с Англией, где, по сути, англичане, ну, деклассировали сборную Армении, но таких, наверное, выводов стоит, не стоит делать. Понимаем уровень сборной Англии, и любой команде из этой группы будет очень тяжело с ней играть, поэтому по первому поединку, точнее, по противостояниям с Англией, каких-то выводов по игре армянской сборной, мне кажется, стоит не делать русскую сборную, поэтому сегодня, конечно, в плане этого не будет нелегко одной другой команде. Вот это Михал Свобода. Пятая минута матча, и словацкая сборная выходит вперед. Сегодняшние матчи. Ну вот он стандарт, вот он угловой, который, по сути, конвертируется в забитый мяч. Но опять же, это Михал Свобода. Честно скажу, очень качественный защитник, но и без кота там подключаться на угловой. Мог белорусов насадить, не получилось. Но вот хорошо, что на сборную Армении, получается, переносит угловой. Это защитник итальянского отпала, ну, соответственно, сборная Словакии. Да, не уследили, можно сказать, так же 100% эпизодов вовсе не можно называть. Но теперь контратака от армянской сборной. Может, здесь что-нибудь получится. Есть удар в ближний угол, но контролирует все Якуб Башгу. Хорошо. И вот сейчас, опять же, кажется, простая ситуация. Выходи из обороны и попытайся организовать атаку, но передача не точная. Еще один момент. Холичек, заградник. Вторая попытка от Зорана, но нет удара. И все-таки на мяче первой казахской команды. Я думаю, что здесь каких-то еще слов не стоит добавлять и говорить, потому что все мы понимаем. Рекуш! 2-0. Сборная Словакии увеличивает свое преимущество в сегодняшнем матче. Милан, Шиман, Рекуш. Все-таки этот футболист забивает в рамках квалификации. С Беларусью получилось, но я говорил перед стартом сегодняшнего матча, что не просто так Милан играет в системе немецкого Хоффенхайма. И сейчас опять, да, 80% или 85% забитого этого мяча — это заслуга футболиста, который делал передачу на Рекуша. Но тут же нужно было тоже Адам Заяц очень неплохо раскачал футболиста сборной сборной Армении. Передача на Милана Шимана Рекуша. Еще одна попытка от Рекуша. Спасай Хачатрян в данной ситуации. Но вот видим, что все-таки этот забитый мяч нужно рассчитывать на набор очков в сегодняшнем поединке со сборной Словакии. Будет проблематично. Рекуш! Вот так вот! И 0-3. 0-3. Не было положения вне игры. И сборная Словакии делает счет 3-0. Сегодняшний матч. Видим, что Милан Шиман Рекуш просто пробил спать. Так, Хачатрян мяч перед собой. Доктор сборной Армении отразил. Но на добивание словацкие футболисты оказались осторожнее и удачливее. И если не ошибаюсь, Михал Свобода дубль сегодняшний поединок не оформляет. Но вот так вот подключается Нордев сборной Словакии к атаке. Вот 2 из 3 мячей сегодняшний поединок команды Братислава Бодрика. Именно, если брать его игру в первой половине, мне кажется, что в полном порядке был Юрай Кошин, то пострял, вообще не проседал практически. И замена интересная. Это Рекуш! Это 4-0. Ну, вот он, Милан Шиман Рекуш. Дубль в сегодняшнем матче. Но попахнул просто шикарно Рекуш. Вот именно это у него не получилось в матче со сборной Беларуси. Хотя позиция аналогичная. Но вот он удар. Вот его нашел в матче со сборной Армении. И 4-я пробойная ворот Айка Хачатряна. Дубль Милан Шимана Рекуша. И, конечно, гол конфетка. Только так можно, наверное, как-то описать и характеризовать этот забитый мяч Милана Шимана Рекуша. Ну вот, рисуется два. Мне кажется, поднаелся Шимон, но тем не менее продолжает бежать, продолжает вот такие передачи очень классные, проникающие, вскрывающие отдавать. И вот момент, сейчас словацкая сборная, есть еще один удар в ближний угол, и повезло здесь. Ну вот, момент еще один у сборной Словакии. Зоран Заградник. Удары 5-0. Все-таки капитан сборной Словакии отличается и пробивает Айка Хачатряна в дальней ситуации. Отлично, я майку пока включать не буду, но Зоран Заградник все-таки отличился и записал себе в актив. Неплохо, Зоран Заградник. Что, за дублем пошел капитан сборной Словакии? Да, неплохо, но по позиции Хачатряна этот удар проходит. Вот, на самом деле, немного времени, но тем не менее получит Максимилиан Марко. Адам Оровец, он может пробить! Ух ты, это Адам Оровец. Было очень опасно и угловой для сборной. Здесь Максимилиану Марко в придачу, но все в порядке, мне кажется, с 8-м номером сборной Словакии.
Ну и все. Звучит финальный свисток Милоша Милановича, который фиксирует финальную победу сборной Словакии. 5-0. Команда Бронислава Фодрика разгромила сверстников из Армении. Дубль Михала Свободы, дубль...